Рахматуллин Амина Абдулькадировна, ученица 7 класса Кузьяновской средней школы. Предлагаю видеоэкскурсию по музею Ахмеда Заки Валиди. Музей Ахмеда Заки Валиди, филиал Национального музея Республики Башкортостан, был открыт 4 октября 1994 года в деревне Кузенов Ишимбайского района. На сегодняшний день в музее насчитывается 2230 предметов основного и научно-вспомогательного фонда, полученные от членов семьи Ахмеда Заки Валиди, привезенные из Турции. А также экспонаты музея освещают жизнь и научную деятельность лидера Башкирского национального движения, востоковеда, доктора философии Ахмеда Заки Валиди. Среди них особый интерес представляют его личные вещи, профессорская мантия, письменный прибор, комплекс личных документов и фотографий, предметы быта из дома Ахмеда Заки Валиди. Сегодня я хочу рассказать, каким же образом стол оказался в музее Ахмеда Заки Валиди. По данным, которые предоставили мне сотрудники музея, стол был подарен главой администрации Баймакского района Ильшатом Сидиковым и директором Баймакского пивного завода Бибисарой Азанатовой. Ко дню открытия музея Ахмеда Заки Валиди 4 октября 1994 года с надписью на металлической пластинке размером 12,5 на 5,5 сантиметров с надписью на башкирском языке «Заки Валиди исемендеги музейга Баймак халкынан караунгары кумарткыгым октябрь 1994 ел». Данный стол находился сначала в Оренбурге в караван-сарае, затем в 1918 году вместе с правительством оказался в Тимясово. Таким образом, он стал немым свидетелем тех великих событий, которые происходили в 1917-1920 годы. За этим столом работал сам Ахмед Заки Валиди, так как он находился именно в Тимясово. Потом правительство эвакуировалось из Тимясова 27 марта 1919 года в Стерлитамак. Стол оказался там уже. После Стерлитамака вместе с правительством в Уфе, куда столица переехала в 1922 году. Затем он стоял в различных правительственных кабинетах. Но к 1970 годам 20 века стол, учтенный под номером 12348, оказался списанным на складе Башпотребсоюза, где его обнаружила Бибисара Азаматова, работавшая тогда директором Баймакского пивного завода. Сама она рассказывает, как поехала в Уфу и попутно решая вопросы своего предприятия, будущей Башпотребсоюзе. Она подняла вопрос о необходимости мебели в свой кабинет. Ей предложили на складе столы. И она выбрала именно этот стол. Хотя стол был в разобранном состоянии и непрезентабельном виде, но она сама утверждает, что будто что-то у нее ёкнуло внутри. Почему-то выбрала этот стол. Бибисара Азаматова отремонтировала этот стол, отреставрировала. И в течение 16 лет работала за этим столом. По учетному номеру, через своих знакомых, Бибисара Азаматова выяснила, что этот тот стол, за которым в Тимясово работала Ахмед Заки Валиди. В 1994 году первый директор музея Шахметов Карим Фаткулович, когда комплектовал музей экспонатами, касающимися Ахмеда Заки Валиди и его соратников, узнал, что стол, за которым работал Ахмед Заки Валиди, находится в Баймаке у Бибисары Азаматовой. Целью приобретения исторического экспоната Карим Фаткулович поехал в Баймак. Но она не хотела расставаться с таким раритетным столом, но тем не менее подарила стол музею в день его открытия 4 октября 1994 года. С тех пор данный стол занимает центральное место в экспозиции музея, как один из самых значимых исторических экспонатов, пропитанных духом великих событий до начала 20 века. Спасибо за внимание. Ждем вас в музее великого ученого, востоковеда, государственного деятеля Ахмеда Заки Валиди. До новых встреч!